Здравствуйте. Кто не страдает весной авитаминозом? Да, наверное, каждый человек. Поэтому мы сегодня будем готовить витаминный салат из замороженных овощей. У каждой хозяйки, у которой есть огород, естественно, есть такие вот заморозки, как и у меня. Вот она у меня, спаржевая фасоль 2017 года. Я выращиваю свою фасоль, режу вот на такие вот долечки и замораживаю. Так же самое делаю я смесь. Вот она вот у меня смесь, я и пишу всегда смесь для салата. Так же самое здесь, если у меня остается кукуруза, также попадается морковочку, я делаю здесь горошек. Все это вот я смесь такую делаю для своих салатов. И зимой, и вот весна наступила, оно мне как пригодится очень даже хорошо. Вот эту вот смесь, которая у меня, я не отвариваю, а только лишь довожу до кипения, чтобы только разморозить вот эту вот смесь. Она мягкая, домашняя, она очень будет хорошая. Так же самое. И спаржевую фасоль я довожу только до кипения. Добавлю в этот салат 2 вареных яйца, укропчик, ну, свежую помидорку. Естественно, вот у меня такой огород целый, вырос лука. Это подспорье самое отличное. Витамины 100%. Вот такой мы салат витамины сейчас и сделаем. Укроп на дно, смесь отваренную подсоленной водички полностью высыпаем, сыр фета, лук, вот такой у нас салат весенний. Получился из замороженных овощей. Аппетитный такой, витаминный. Приятного всем аппетита!